Ну что ж, дорогие друзья, продолжим. У нас третий бой сегодняшнего вечера. Рост 178 сантиметров. Весовая категория до 75 килограммов. Раз. Виктор Гончаров! Аплодисменты! В другом углу. Рост 173 сантиметра. Весовая категория до 75 килограммов. Владимир Чупка! Судья в ринге Гена Снобер. Руки. Да, дорогие друзья, есть школа бокса номер один, филиал ее находится по всему городу. И в чем особенность этой школы? То, что она может за абсолютно короткое время, буквально за месяц-два подготовить человека к тому, чтобы он смог встать в ринг вот так вот. Ну, неизвестно, конечно, какой будет исход поединка, но, по крайней мере, он будет думать, что он готов. Парни, на середину. Правила помним, не нарушаем. Слушаем внимательно мои команды. Беремся до конца. Судей нет, времени нет. Кто победит, тот победит. Пожмите друг другу руки. Облан. Готов? 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 Бой! Слева Шанцов, под 30 лет, второй раз выступает. Никогда профессионалом не драться. Поаплодируйте, вот слева. Давай, 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 руки к голове, блядь. Защиту. В этом непродолжительном поединке удушающим приему победу одержал спортсмен справа от меня. Виктор Гончаров! Помещи лицом. Парни, что не скажете? От Грега отличное прозвище Часун, хотел сразу выиграть без Грега. Может быть, он скажет что-нибудь? Есть хочу? Есть. Хорошая фраза. Скажи что-нибудь. Хочу кушать. Месяц гонял. Сначала показать, что... Думал, легче будет, если легче станешь. Ну, ты перекрестился и пошел в бой, да? Ладно. Что сподвигло? Хочу сказать спасибо ребятам своим. Твои дружки, они сказали, да? Как... Кто они? Кто они? Расскажи. Компаньоны мои. Что, по бизнесу или по спортзалу? По спортзалу больше. Какие там могут быть компаньоны? Братва моя. Вот. Братва из правого берега. Бывает такое. Сам доволен? Да. Получилось все? Да. Молодец. Поаплодируем победителя! Скажешь что-нибудь? Ну, кроме того, что ты голоден. Скажу спасибо большое организации, потому что я здесь уже второй раз. Второй раз проигрываю. Ничего страшного, я подтянусь, иду и начну побеждать. Ну, в любом случае, опыт ты получил бесценный.